Доброе утро из солнечного Дубая. Пляж сегодня полон. Сегодня выходные. Выходные у нас уже длятся дня 3, наверное, если не 4. Сбились со счету. Наконец-таки дождался. Мы лежать, наверное, сегодня не будем, потому что жара адская просто. Жарень. Просто так постелили подстилочку, расстелились. Ну, проведем час, не больше. Час в море. И потом у нас дела. Жарко. 37 градусов. Ребята, октябрь. 37 градусов. Охренеть. Интересно попробовать водичку. А здесь индийцы жертвоприношения Ганешу делали в виде розочек. Живые цветы подношения Ганешу. Божество такое индийское в виде слоника. Ой, водичка какая хорошая. Так, здесь для лодочек, а здесь для людей. Ой, какая приятная вода. Слегка теплая. Ой, классная. Антоша довольный. Ой, отличная. Отличная водичка. Да, на такой жарихе долго мы здесь не протянем. Час не больше. Приехали в торговый центр по делам. Ну, как обычно, сэр захотел новую книжку приобрести. Книжный магазин очень большой. Детский отдел. А мой отдел самый любимый — это кулинария. Жалко, здесь ничего на русском нет. Хотя раньше было. Раньше, в далекие времена. Это более-менее близко ко мне. Обожаю. Обожаю книги, кулинарию. Моя из самых любимых — Мэри Берри. Здесь можно уединиться, как в читательном зале. Сесть и наслаждаться. Сейчас покажем, какую книжку. Книжку одну взял, которую его учитель написал, а вторую книжку — сборник русских коротких рассказиков. Мы как раз вовремя вышли. Как раз время к
Приключения фонтана. Поющие фонтаны. Звучит так здорово, да? Класс. О, и все быстро расходятся. Потому что что? Жарень страшная. Солнце печет. Скромный обед. Борщик, хлебушек домашний. Яблочки немного порезала, лучок зеленый. Кубанский борщ — это что-то. Всем советую. Вот и время подошло ужинать. Мы решили, сегодня у нас Джимми Оливер будет. У нас пицца, у меня турбо-маргарита. И 4 сыра у Антошика. Баночка пепси. Что, приятного аппетита нам. Очень вкусная, очень тоненькая, хрустявая. Ой. Прям хрусь-хрусь-хрусь. Обалденная. А корочки нужно здесь есть таким вот маслом остреньким. Это очень вкусно. Макалочку делаете в маслице с перчиком. Обалденно, как вкусно.